Александр Григорьевич, скажите, как вы оцениваете деятельность интеграционных образований на постсоветском пространстве в период вот этих коронавирусных ограничений? И как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы, несмотря ни на что, и союзное государство, и ОДКБ, и СНГ работали бы качественно? Сработали плохо. Национализм и национальные интересы, мягко говоря, превалировали и превалируют. Более того, вы затронули пандемию. Я 3 месяца назад вас предупредил, что эта болезнь, это самая простая болезнь. Будет противостояние, будут использовать сильные государства эту пандемию, чтобы наклонить слабых. Вы увидели что-то в союзном государстве, в Евразии, СНГ, вы увидели какое-то единство, еще что-то. Ну да, врачей кто-то кому-то помогал, посылал какие-то лекарства и так далее, но значительно больше помогли люди со стороны. Допустим, Китайская Народная Республика, западные страны очень много помогали. Не Беларуси касается, мы, слава богу, без помощи обошлись чьей-то в этой пандемии. Но каждый замкнулся в своем мирке и пытался выкарабкаться. Пандемия показала, что надеяться надо на себя и ценить то, что у тебя сегодня под ногами.